Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас окончание турнира, которое прошло 2 дня назад. И мы забираем с вами наш приз. Так, мастер, 1 звезда. И смотрим, что нам выпадет. Так, ну-ка порадуй, 8400 сюрикенов. Ага, 40 ДНК на Кренга. Поэтому, ребята, мы сегодня открываем Кренга, как ни крути. Так, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Ну что же, давайте-ка мы вначале зайдем в магазин. Откроем с вами колодочку, да? Посмотрим, что нам здесь выпадет. А ничегошеньки не выпало, только лишь 7 бакинских. Ладно, выполнили с вами задание, забираем ревард. А самое-то главное, что мы с вами... Ай, красота ты моя ненаглядная, ребята. Кренг классический, конечно же, мы его открываем с вами. Нанимаем, ну... Тыц-тыц-тыриц-тыц-тыц. Ну что же, ГЦ нас, ребята, ГЦ. Так, давайте-ка посмотрим, что у него есть. Туз в рукаве. Кренг проделывает неожиданный трюк с помощью своего костюма. Вероятность 10% блокировать способности на один ход. Недурно. Ядерный заряд. Кренг находит креативный способ запустить во врагов ядерную бомбу. Разрушительно. С вероятностью 20% будут заблокированы положительные эффекты статуса в течение 1 хода. Восстановление 4 хода. В принципе, пригодится, я думаю, да? И еще, ребята, у него мозговые волны. Кренг использует свою голову для усиления сигнала. У союзников есть атака плюс на 2 хода. И есть вероятность 20%, что у союзников будет критический удар на 2 хода. Ну что же, я считаю, что это неплохо, ребята. И давайте его немножечко прокачаем. А немножечко это буквально до 20-го, наверное, уровня, да? Ну-ка, получится у нас это дело. Ух ты, шикарно. 32 уровень он у нас получил. И мы можем ему, ребят, немножко прокачать скиллы. Давайте-ка мы, наверное, сделаем ядерный заряд. Ага. А сюда хватит, нет? Так, туз в рукаве. Шикарно. Ну, тут еще можно прокачивать, правда, у нас не хватает мутагена. Так, друзья мои, давайте-ка здесь мы обменяем. Почему я не играл целую неделю, друзья мои? Потому что я заболел, у меня очень сильно болело горло, температура была. И при этом всем я на больничный не садился, я работал. Но вот, к сожалению, видосики не мог пилить, потому что все время дохал, кашлял. И у меня не получалось даже 2 слов сказать без кашля. А зачем это нужно, да, на видосиках? Конечно же нет. Поэтому, друзья, я вот болел. В принципе, вы можете, наверное, заметить, что горло у меня до сих пор еще побаливает. Это, наверное, слышно будет. Так, сразились в 10 боях. Это мы сейчас с вами быстренько все замутим. Армагон у нас на этой неделе будет разыгрываться. Но, друзья, я скажу, что он у меня есть. Поэтому особо стараться я, наверное, не буду. А вот золотые осколки и серебряные, скорее всего, мне нужны. Давайте-ка поехали. По-быстренькому набьем их и пойдем с вами на арену. Честно говоря, мне очень тяжело говорить, потому что такое впечатление, что мне приходится просто напрягать голосовые связки, чтобы выдавить из себя хоть слово. Но, тем не менее, вы мне писали в комментариях: «Рэй, где видосики? Давай, выпускай». И все-таки я собрал, как говорится, силу воли в кулак и приступил. Да, друзья, так что не обессудьте, если мой голос будет скриплым или... Как это назвать-то? Тусклым. Тусклым. Не таким звонким, короче. Так, ну что, друзья, давайте. 2-й бой у нас здесь, да? И мы сейчас попробуем его... А что тут пробовать? У него 40-й уровень. Естественно, он сейчас отдуплится у нас. Так, Бакстер Стокман, успокойся, пожалуйста. А? Не надо меня нервировать лишний раз. Отличненько. Так, ну что же, переходим с вами на 3-й бой. И там уже у нас будут разыгрываться золотые осколки. Да, друзья, золотые. Но самое главное, что мы с вами получили Кренга. Это меня очень радует. Так, поехали. Первая, конечно же, волна. Так, разыгрывается у нас 10-8 золотых осколков. И будет на 4-м бою, конечно же, 16. Ну, я думаю, мы его порвем. В любом случае, никуда он от нас не денется, этот Бакстер Стокман. Да-да, я именно к тебе обращаюсь. Бумс, готовченко. И мы сразу переходим с вами еще к 1 бою. По-быстренькому его сейчас заколбасим. Я думаю, что мы ежедневные задания сегодня делать не будем. Хотя посмотрим, как пойдет. На самом деле очень тяжело говорить, если честно. Посмотрим, ребята, надолго ли хватит мне моего голоса. Так, поехали. Ну что, Бакстер Стокман, ты готов? Отдуплиться. Ну, начинает. Естественно, ребята, 80 уровень. Начнем, пожалуй, с уклонения, да? И дальше уже как по нотам. Давай-ка с вертушки. У, пол хп сразу отобрали.
Так, он выпускает маузеров. Не тут-то было, парень, ты промахнулся. Давай-ка постепенный урон попробуем повесить на него. Шикарно. И... слушай, давай вот так вот, супер ударом. От майки, естественно. Ой-ой-ой. Слушай, ну он выжил, но я думаю, что это ненадолго. Делаем супер вертушку нашу, и он, конечно же, отдуплится. Все, друзья. С осколками мы на сегодня закончили. И быстренько пойдем, наверное, с вами на арену. Да? Я думаю, что никто не против, если мы сегодня... бустануть, конечно, мы уже не успеем, потому что сегодня вторник. А надо было, как говорится, в понедельник на откатике. Но, тем не менее, мы сможем с вами, наверное, пробиться куда-нибудь далеко. Так, Роман, Лев и Оливера. Хм, какое интересное имя, Оливера. Ну что ж, давай посмотрим. Оливерочку, наверное, да? Так, 14-15 уровень, а у меня на подходе Бибоп, Кожеголовый и Рокстеди, собственная персона. Друзья, естественно, тут даже и говорить не о чем, потому что Оливера сейчас просто... ну, мы ее отправим в Оливье. Почему? Потому что у меня персонажа намного сильнее. Ух ты, оглушили Бакстера Стокмана. Хм, это хорошо. Так, Хан у нас тоже падает и, соответственно, Донателло должен... хм, крепкий парень, но тем не менее мы его отправляем на покой. Все, друзья, мы сразу двигаемся на следующий бой. Посмотрим, мы, кстати, передвинемся с воина. Ага, да что ж такое-то, ребят. Вот он моргнул, я думал, мы перейдем на воин 2 звезды. Но не тут-то было. Ну ладно, мы потерпим с вами. Так, кто у нас тут? Итир, Эндри и Александр. Кого возьмем? Давайте Александра, наверное, да, возьмем мы с вами. Тут 14 левел, так что мне хочется на самом деле посмотреть, как будет чувствовать себя Крэнк. Хоть мы против него очень много дрались, да, но одно дело против него драться, а другое дело за него. Так, ну что, попробуем так, шинигами, пропиши. Хм, Майки отдуплился. Давай, наверное, вот эту вот атаку сделаем, может быть. Да, меткость понизили, но, ребят, это не главное, потому что все равно они сейчас будут у нас падать. Они слишком легкие для нас, у них маленький уровень. Ну что же, а мы с вами продолжаем дальше. И у нас третий с вами бой. Естественно, мы переходим на воин 2 звезды. Отлично, 69-я позиция, продолжаем нашу эпопею. Так, Максим, Игорь и Георгий. Давай, наверное, возьмем Максима. Что он там? Ёлки-палки, я уж подумал, он там на скрипочке играет. Нет, обознался. Ладушки, Максимка, давай-ка мы с тобой, наверное, немножко поспрингуем. Я думаю, что... да что тут думать, ёлки-палки. Берем вот этих вот и все. Тут даже, ребята, не о чем говорить. Ну что он тут, 15 уровень против моих 30-х. Опять же, не вопрос. Ну что, Кирби, отдуплишься? С удара. Красавчики. Так, давай-ка мы по Леонардо Роквеллам. Оу, чё-то мои ребята сегодня в угаре. Смотри-ка, бомбят как не по-детски, а? Не любят шутить. Да хорош, бросать свои валуны, еще и промахивается. Ответочка незамедлительная. Да, друзья, мы здесь с вами идеальны. Победили, ну, так и должно быть. Другого здесь расклада и быть не могло. Ну что же, давайте посмотрим. Нет, на воин 3 звезды мы не перебрались. Согласитесь, да? Всего лишь вторник сегодня, да? И мы так с вами тяжело двигаемся. Ладно, не беда. Опять Георгий, Виктория и Игорь. Ну, я думаю, что возьмем Викторию. Это кто там у нас? Кролик лежит, да? Ну-ка, 20 уровень уже. Это, кстати, хорошо. Это меня радует, что 20 уровень уже начались. Так, давайте-ка возьмем... секунду. Хотя... не, давай вот так вот сделаем. У нас будут 3 черепашки-оригиналки. Попробуем наказать именно ими. Да что тут пробовать, если все будет на мази, ребята. Смотрите, бросаем бомбочку, да, для затравочки. Так, дальше что? Дальше мы с вами, наверное, уничтожим Бибопа, я думаю, да? Ну-ка. Так, Готовченко. Теперь Донателло. Мы можем с вами сделать массовую атаку. Но она слабенькая. Давай поэтому сами просто ударим. Шикарненько. И... но вот Рок, кстати, скорее всего, выживет сейчас. Проверим, проверим. Выжил, да. Поэтому добивает его Донни. Ну что ж, неплохо. Неплохо мы с вами идем. Давайте двигаться дальше. Какой у меня там 32 уровень, да, имеет Крэнк? По-моему, да.
Ну, уже воин 3 звезды. Погнали. Так, кто у нас тут? Фирман, Голланд, Каспер и Алексей. О, тезка, давай-ка я с тобой подерусь маленечко. Так, выбираем наших бойцов. Где они? Раз, два. Погоди-ка, у нас тут Пит еще затесался. И... 20 уровень. Ладно, я рискну. Хоть у меня и 30 уровней, но как подписчики писали, что звезды твои ни о чем не говорят. Если у тебя не прокачаны скиллы, да хоть ты тут обделайся. Никто тебе не поможет. Так, ну-ка давай добьем краечку. Отлично. Так, теперь, наверное, мы поджарим... Слушай, если мы поджарим, ведь Эйприл отхилит. Так ведь будет это все дело, да? Ну ладно, хорошо, давай просто ударим. На пол хп неплохо мы ударили, а добить сможем? Не прокатило. Ну, зато, ребята, Эйприл потратила свой хил. А это говорит о том, что он еще и контратаку на себя повесил. Фу, нехило, я тебе скажу. Да ладно тебе. Ну-ка. Давай-ка, наверное, Эйприл будем бомбить. Потому что у Криса контратака будет сильнее. Вот у Эйприл, я думаю, что будет слабее вот атака. Ну-ка. Ну, это вообще ни о чем, друзья мои. Ну-ка, добьем. Какой же ты бибопчик ватный, а? Ну, серьезно. Воу-воу-воу, Крис, успокойся. До тебя очередь дойдет еще, не волнуйся, родной. Пит, ну-ка. Ой, да он промахивается. Ну что, я могу сказать, друзья, тут победа, конечно же, за нами. Ой, мы еще и в зам... Подожди, он же в заморозке. Как он может атаковать меня? Как он может атаковать, если он замороженный? Странно, конечно. Ну да ладно, друзья мои. Мы сразу двигаемся дальше. Так, посмотрим, на какую позицию мы приземлимся. И это у нас 20-е. Радует меня это все, конечно же. Так, кто у нас тут? Нонейм, Ахмат и Никита. И Никита. Слушай, я думаю... Погоди-ка, тут покупкам слабоват, да, Никитос у нас будет, поэтому я возьму, наверное, Ахмада. Хоть и уровень здесь 26-й. 26-й уровень максимальный, поэтому берем... Слушай, подожди. Я знаю, что вот это вот саблезуб у нас ватник. Слушай, давай-ка мы возьмем сюда Кренга и посмотрим, что у нас из этого получится. У Кренга не прокачаны скиллы, я повторю еще раз. Ну, он прикольно, да, появляется. Так, с кого начнем? Наверное, с... Ну, по идее, надо с Эйприл начинать. Но я хочу, наверное, уничтожить Криса. Ну-ка. Пол хп отняли, это уже радует. Так, ну-ка, попробуем, друзья мои, бомбануть. Ой-ой-ой, живучий-то какой. Что такое? Ё-моё, двойная атака, друзья мои. Так, что у нас здесь? Кринг, это у нас баф получается, да? Это у нас баф. Давай, наверное, просто бомбанем. Ух, крутенько. Слушай, хиляться, по идее, надо бы, да? Потому что я боюсь, что нашего персонажа могут положить саблезуба. А я ведь говорил, что он ватник. Хорошо, что он промахнулся. Так, начнем, пожалуй-ка. У него двойная атака, поэтому начнем с него. Так, бибопчик, надо тебя... Да хорош ты, отвали! Ты достал, серьезно тебе говорю. Давай-ка ракету бросим в него. Ай, Крэнк! Он маленькую такую, да, положил. А, так это еще и массовая атака. У-ху-ху-ху. Друзья мои, я не думал, что это массовая атака. Крэнк, ну это вообще великолепно. Причем мне понравилось. Маленький этот Крэнк дает, да, своему костюму маленькую ракеточку. А на выходе там получается действительно атомная боеголовка целая. Как он ее быстренько, так скажем, трансформировал. Ну что, у нас элита. Одна звезда, друзья мои, 72-я позиция. И мы с вами... Приступаем. Так, Рустем. А Рустем тут... Кто тут? Непонятно кто. И Гианина. Ёлки-палки. Ну, я тогда, наверное, возьму Рустема. Да. Так, Рустемчик, у тебя, я смотрю, 25 уровень максимальный. Слушай, ну как-то ватненько, ватненько. 25 уровень. У меня уже 30 с лишним пошли. Ладно, будем разбираться. Кстати, я не посмотрел, друзья мои, какие у нас на этой неделе испытания. Ну, не беда, потом глянем и посмотрим заодно, кто у нас там будет разыгрываться. Так, лучом бомбим. Давай-давай-давай, Донни. Прожарил, красавчик. Ну, естественно, если Рахзар стоит в пачке, то
грех не воспользоваться провокацией. Так, а мы, наверное, будем... Да давай бросать Сай, в конце концов. Чик-чик. Воу. Упал. Ну, теперь, наверное, мы будем бомбить Бакстера Стокмана. Так, замедлили и, я думаю, добьем, да, его? И у нас Эйприл. Ну-ка, Джастин, ну, смотри-ка, Джастин у нас стал каким-то сильненьким. По крайней мере, он Эйприл сейчас наказал достойно. Так, ну что, друзья, двигаемся дальше. У нас какая там позиция-то? 72-я будет где-то 30-я, наверное, да? 27-я. Хм. Хорошо, 27-я позиция, и у нас Александр, Никола и Ханес. Ну, я думаю, что мы возьмем, наверное, с вами Александра. Я думаю, что это будет для нас оптимальный вариант. 26-й уровень. Слушайте, друзья, ну тут, наверное, можно уже на автобое драться, потому что... Ну, ты посмотри, у меня уже 40-е уровни, а у него 26-е. Давай посмотрим, как сыграет у нас автобой, друзья. Посмотрим, будет ли он тупить, или же нормуль справится. Так, пока неплохо. Кейси Джонс, Электрошок. Смотри-ка, они знают, кого бомбить. Они прекрасно понимают, что Острозуб может стать в провокацию. Он уже, конечно же, встал. Но, тем не менее, мы его добили. Йоу. Провокация плюс уклонение. Вот это шикарно. То есть, Леонардо просто так не возьмешь. Ну, в данный момент голыми руками уж фигушки. Потому что у него будет срабатывать уклонение. Так, есть. Неплохо, я вам скажу, друзья мои. Неплохо автобой сработал. И я думаю, что дальнейшие бои, в принципе, можно тоже на автобое. Ох, сейчас, ребят, закашляю опять. Так, наверное, сделаем небольшую паузу. Пойду-ка я прокашляюсь. Так, ну что, поехали дальше. И у нас тут Каспер опять, ноунейм. И Абдулла, елки-палки. Это же Абдулла. Слушай, я, наверное, возьму Каспера. Да, у него и кубков побольше, поэтому есть шанс, как говорится, выбраться и вырваться нам вперед. 28 уровень, елки-палки, друзья мои. Давайте вот так тогда сделаем, да? Кстати, мне шепотом почему-то, как говорится, легче говорить, но это будет выглядеть очень странно. Представляешь, да, всю игру прокомментировать шепотом. Давай-ка вот так вот сделаем мы с вами. Упс. Ага, и Макмен делает свой суперудар. Хм. Жалко, что у Острозуба нет никакой массовой атаки, да? Ага, вот так мы сейчас сделаем, смотрите. Упали листочки. Ну что, неплохо, друзья. Я думаю, что сейчас мы с вами, наверное... Ну, давай. Посмотрим. Ага. Я думал, сейчас вылету 3 звезды, залетим. Ага, залетели. Не тут-то было. Ну что же, друзья, давайте. Денис, Александр и Павел. Денис, Александр и Павел. Ну давай, наверное, возьмем. Давай Александра возьмем, да? Поделимся именно с ним. Так, 30 уровень я уже вижу, господи, а я уже на 45-х дерусь. Слушай, мне, наверное, никак здесь не сделать, да? По крайней мере, не найти себе ровню. И сейчас будет просто издевательство над нашим противником, потому что, ну, в 20, считай, левелов разница. Ну-ка, проверим. Так, выпускаем дурачков. Бум-бум. Ну-ка, если вот так вот. Да, друзья, просто разбор полетов. Причем так легко, без кипиша, без нервов. И, наверное, неинтересно. Но, тем не менее, мы перебрались в элиту 3 звезды, 87-я позиция. Поехали с вами дальше. И Тир, Эндри и Максим. Конечно же, я возьму Максима. Возьму... Ой, сколько у меня, ребята, еще персонажей. Господи, очень много. И это круто, кстати. Я хочу, по крайней мере, добраться сегодня до самураев. Это было бы для меня, так сказать, главная точка, главное задание, да? Дойти до самураев, потому что... Сбросить уже далеко не сбросят, потому что сегодня, ребята, у нас не бустовая серия, да, а самая настоящая. Ну-ка, а если кувалдой в лоб? Тьфу, Майки выжил. А если вот так вот? Не, ну тут, конечно, добьет его. Рокстеди, елки-палки, такая машина для уничтожения, как говорится, врагов. Так, что ты делаешь? Друзья, давайте тоже поджарим. О чем мы будем смотреть на них, да? Хм.
Постепенный урон, это хорошо. Двойная атака у Рафаэля. Надо, кстати, его уничтожать, потому что, друзья мои, у него есть отхил. И он им может воспользоваться, если успеет, конечно. Я сомневаюсь, что, конечно, он успеет. Так, отлично. Давай-ка мы бомбанем. Классненько. И остается у нас Карайка. Ну, Карайку мы, естественно, друзья мои, разбираем. Ну и двигаемся, конечно же, с вами далее. Так, ну давай, 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 загрузка быстрее. Немножко меня раздражает это все. Элита. 43-я позиция. Короче, я думаю, что еще бой 2, и мы сразу попадаем в Сёгун, хотел сказать, в самурае. Так, Марк, Тодор и... Давай Марка возьмем, да, наверное? Нет, 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 лучше возьмем Тодора. Тут уже 36 уровень. Господи, все равно противник слабенький, как ни крути. 36-37 уровень, поэтому, ну, о чем тут можно говорить? Конечно же, будет просто издевательство сейчас над нашим оппонентом. Так, Алапекс. Тыч. Погоди-ка, погоди-ка. Что-то как-то... Слушай, представляешь, сейчас нас тут уделают. Вот это будет финиш. А если вот так вот сделаем? Так, упал, да? Это радует. Вот, вот, вот этого нужно нам Леонардо, скорее всего, подбить. Сейчас хильнется же. Успеется, да? Ну, естественно, друзья мои. Грех не воспользоваться, как говорится, отхилом. А мы с вами берем провокацию на крипа. Что-то он прокричал и всего лишь одного только замедлил. Ну, вряд ли они пробьют, конечно, нас. У меня хиллер есть. У меня есть хиллер Майки, но у него этот скилл не очень хорошо прокачан. Поэтому будем просто бомбить. Угу. Так, провокацию я пока брать не буду, да, на Леонардо. Нету в этом смысла. Так, Рокстеди. Ну, мы можем, кстати, крипа отхилить. Ну, мы сделаем шип. Во. Поехали, Донателло у нас. Тут два Доника. Да, крепкие ребята, не могу ничего сказать. 36 уровень. Уже чувствуется, что разборка идет с натяжкой. Ага, защиту понизили. Ну-ка. Добили ведь. Угу. И остается у нас Доник вот этот вот. Ну, давай, ребят, просто понт. Уже понтуюсь я на самом деле. И давай вот так вот сделаем, истощение повесили. И, ать, все. Так, друзья, мы двигаемся. Я надеюсь, что, может быть, мы с вами сейчас попадем в самурая. Может быть. Там 43-я была позиция и... нет. К сожалению, не вышло. У нас 3-я позиция, то есть еще один бой, как ни крути, нам нужно с вами сделать. Дмитрий и Александр. Ну, я думаю, ребят, нам нужно взять Дмитрия. Думаю, что нужно взять Дмитрия. 34-й уровень. Ладно. Опять же, друзья мои, это издевательство над нашим оппонентом. На 10 левлов мы его круче. Да? Какой на 10? Почти на 15 уровней. Ладно, друзья мои. Шреддер начинает атаку. Так, Шархан. И остается лишь Доник только. Ну, мы его добиваем, естественно. Вообще, какая-то битва была сейчас изейшая. Знаете, это когда у нас Леонардо делает свою супервертушку, да, и с одного удара ложит всех. Вот типа того сейчас произошло у нас. И мы с вами, да, друзья, переходим в самурай, 69-я позиция. Самурай пока одна звезда. Слушай, я думаю, нам хватит сегодня пройти именно до 2, а может быть даже до 3 звезд, Марк. Все зависит от того, каких нам будут давать оппонентов, у которых хотелось бы побольше было бы, как говорится, кубков. Раз, два, три, четыре, четыре, пять. Сколько тут у нас, друзья, еще? Ну, боя 3-4, это максимум. На больше рассчитывать даже не стоит. Так, ну что, будем с вами делать, наверное, все массовые антибафы и массовые атаки, которые у нас только с вами есть. Так, ну, Бибоп, конечно же, ничего такого нету. Я думаю, что если он... Давай вот так вот бомбанем. Почти Криса уложили. Так, массовый крик. Ух ты. Так, кого нам пробить? Морозильную кошку. Естественно, нам нужно бить именно ее, потому что это хиллер был. Так, крыс или ультразвук? Давай, наверное, крыс. Так, выбежали. Ох ты, Макман. Что он делает? Плевок, промахнулся, да? А если мы... А я хотел вообще-то Макмана, ну ладно. Давай так вот попробуем. Ну, друзья мои, конечно же, все легко и просто. Ладно, двигаемся дальше.
Это какая у нас сегодня проходящая серия? Для меня, честно сказать, даже, так скажем, пробная. После больничного, да? Ну, честно говоря, еще надо, как говорится, пооздоравливаться. Потому что, ну, на самом деле, очень тяжело говорить. Как будто я выдавливаю слова из себя. Знаете, они очень тяжело идут. Так, ну что же, у нас Лига Самураев, одна звезда, ранг 34-й. И Иванушка, кто там? Томоми и Нонейм. Так, а мы выбираем с вами Ивана, потому что 14 кубков и 17 это неплохой задел. Да и к тому же уровень уже 40-й. То, что нужно, да? Раз, два, три, четыре, пять. Разбор полетов, ё-моё, 40-го уровня. Тут 6... на 20 левелов разница у нас. Да. Ладно, давайте сделаем вот так вот. Контратака, как говорится, и защита — это наше все. Ух, на всех, почти на всех ребят повесил, кроме нейтрализатора и паукуса. Но они, в принципе, и так за себя могут постоять. Ёлки-палки. Бомбическая сила, просто-напросто. По-другому не назвать. Так, Карайка, успокойся, а. Ванька, наверное, добьется сейчас всех. Ну, естественно. Естественно, для него это все легко и просто. Он 60 уровня, конечно, как дал заряду, да? По 40-й мы, те быстренько отдуплились. Вот, друзья, мы с вами уже на самурае 2 звезды. И на 3 звездочки вряд ли мы сегодня перейдем. Если честно, даже хоть тут застарайся, ничегошеньки у нас не получится. У нас 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Еще 2 боя. Ну, не считая вот этого, еще будет 2 боя. Так, погнали. Начинаем. Скунай. Теперь Крик. И остается лишь добить Леву. Ну, мы можем вот так вот применить супер атаку нашего Армагона. Я знал, что, ребята, она, как говорится, нас не подведет. И они все отдуплятся. Даже если бы они все были бы, стояли бы целенькие бы, я думаю, что Армагон бы их просто всех уложил бы с одного вот этого вот плевка. 65-я позиция. В принципе, шанс есть. Есть шанс, ребята. Вот мы берем с вами Бо. Берем с вами Бо. Раз, два, три, четыре. Слушай, давайте нам... У нас просто нет выбора. Друзья мои, у нас нет выбора. У нас придется вот такой вот командочкой. Хотя мы можем, знаете, что сделать с вами? Сделать небольшой откатик. Ну, например, возьмем Донателло. Это для чего я сделал? Чтобы у нас была полная пачка, да? И чтобы мы с вами получили побольше кубков. В принципе, и все. Твою ж налево. Крис Брэдфорд сразу отдуплился. С одного и плюшки. Ладно, тут разбор полетов, естественно, элементарный. И никто тут уже не выживет. Это понятное дело. Единственное, что у нас остается только лишь 4 персонажа, которыми мы можем с вами сыграть. Да и то там очень быстро все дело произойдет. Почему быстро, друзья мои? Ну, потому что там Леонардо, а он со своей супервертушкой, как говорится, шутить не любит. Раз, два, три, четыре. Больше откатов у нас нету. Хотя мы можем с вами сделать, знаете что? Ежедневные задания у нас же есть, да? Так, сразиться, пройти серию испытаний. Ну, давай сразимся. Давай мы, наверное, сразимся и посмотрим, что мы можем с вами найти. По навыкам, естественно, прогуляемся. Кстати, подожди-ка, по навыкам. Давайте-ка посмотрим, что нам нужно для того, чтобы прокачать скиллы. Где же он у нас? Я знаю, что он где-то здесь. Вот он, наш родной Крэнк. Классические навыки. Так, ну что, прокачиваем, да? Здесь. Ну, давай здесь теперь. Отлично. Так, что нам нужно? Один ноутбук и 4 палочки, да? Давай попробуем ноутбук найти. Пока минус. Серьезно, что ли? Ты мне даже ноутбук не подкинешь, парень. Хорош, завязывай. Ну-ка, здесь, если... Так, ага, тут у нас и палочки для еды, и как раз ноутбук. Слушай, это два в одном, неплохо, я считаю, да? Так, ноутбуки уже хорош, перебор уже с ноутбуками. Погоди-ка секунду, сколько нам нужно? Ага. 3 палочки еще, да? Ну, да ладно. Сейчас, вот сейчас будет издеваться надо мной. Йо-йо.
Так, есть. Это уже вторая палочка. И нам, по-моему, все, да? Три палочки же не хватает. А, нет. Друзья, нет. Еще ищем. Опять йо-йо. Куда, кстати, йо-йо нужно, а? Я не видел, чтобы оно куда-то нам там пригодилось. Ну что же, улучшаем. Ага, до второй ступени. Слушай, а мы, в принципе, наверное, и сделали с вами задание, нет? Глянем. Забрать. Забрать. Пройти серию испытаний. Ну что, друзья, давайте быстренько с вами пробежимся. Заберем вот этих вот наших героев и вперед, как говорится, с песней. Против 74 уровня мы деремся. Так, тут у нас наш бибопчик, да? Я думаю, даже уклонения не буду тратить. Ага. Вторая атака, но не добил. А вот так вот, шикарненько. Так, клан Футовец, ты достал тут уже. Выкорежился. Ну хорош. Ну, ух. Это что, это не шутки? Друзья мои, он с одного удара снял практически все хп. Слушай, я даже не знаю, как нам быть. Нам, по идее, нужно хильнуться. Давай-ка, Майки, хиляй. Раз зэк у нас такой ватник. Ёлки-палки, нифига себе. Нежданчик, на самом деле. Да ты достал уже его атаковать, парень. Так, не годится. Слушай, наверное, нам надо было уклонение поставить, да? Ладно, фиг с ним. Сейчас у нас вторая волна. И тут у нас... О-хо-хо-хо-хо. Попробуем замедлить. Ну, неплохо, я тебе скажу. И вертушка, я думаю, что добьет, в принципе, всех. Так, не всех, друзья мои. Ну, пробей. Отлично. Ну, по крайней мере, зэк у нас здесь выжил. И это уже радует. Так, друзья, сейчас мы с вами забираем весь ревер, да? По идее, у нас должно быть за одну заходку 5 откатов мы должны с вами получить. Так, забираем. Да, друзья мои, 5 откатов есть. И возвращаемся на ареночку. Возвращаемся на аренку, в бой. И у всех одинаковые кубки. Ну, давай сюда тогда занырнем. Так, и возьму я, наверное, сюда зэка. Хотя можно было бы и не брать, но, ребята, чем больше персонажей у нас, тем больше, как говорится, кубков. Делаем, конечно же, наверное, что? Слушай, я, честно говоря, думал, что бомбочку мы быстрее бросим, но у Майки почему-то инициатива зашкаливает просто-напросто, и он всегда ходит первым. Так, ну что, добиваем? Чикс, все. Ну, давай посмотрим, каких результатов мы сегодня с вами добились. Так, это пропускаем и смотрим, друзья мои. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же... Ну ты посмотри, самурай 2 звезды. Первая, ребят, позиция. Нам не хватило, ну совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну да ладно, как говорится, мы сегодня с вами отыграли. Продолжение, конечно же, будет в следующей серии. И давай посмотрим, что у нас тут. Так, тут пока нам ничегошеньки не нужно. 27 осколков. Кстати, друзья, нам остается всего лишь 6. Да, 6 ДНК на Лапекс, и мы сможем проапать. А вот после Лапекс я не знаю, кого будем качать. Может быть, Шинигами? Хм. Ну, потом посмотрим. Так, здесь у нас 560 жетонов. О, еще долго. Друзья мои, помните, да, мы с вами остановились, когда я начал фармить кого? Усаги. Так вот, я хочу сказать тебе. Я 3 или 4 дня пытался его пофармить, и мне ничего не выпадало. Вот как у меня было 62 ДНК, так и осталось. Мне кто угодно выпадал, а в основном выпадали жетоны. Но ДНК на Усаги мне не падали. Это, конечно, было обидно. Ну да ладно. Так, вроде бы все, да? Вроде бы все, что у нас тут в испытаниях. Городская война, тени на солнце и мания Майки. Плюс черепашья буря, плюс клан Фуд. Так, друзья мои, все на этом. На сегодня, пожалуй-ка, и все. Так что, друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.